Привет, друзья! И сегодня мы с вами затащим вот такую машину. Так, ну, начинается все как обычно. Просто дорога, ничего особенного. Ну, поехали, ну. Чекпоинт у нас здесь. Нам что, ограду проломить? Шикарно. Ну, шлагбаум как бы тоже не важно, так что поехали. Еще чекпоинт. Здесь там будет трамплин, иначе мы просто влеземся сейчас в его ограду, не ломаем. А, ну да, ну, превратимся в лодку. Будем ехать дальше, да? Трещинки наверху. Еще чекпоинт и спуск вниз, шикарно. Ну да. Давайте попробуем. Хорошо, можно продолжить. Чекпоинт собрали. Как-то врезались неудобно, ну, продолжим. Прыжок. Приземлитесь осторожно.
Конечно, долетели, нормально так. Это, конечно, эти идеальная машина для всего, он тупо конкурент любой этой конечно тачки. Я прям вам говорю. Еще такой же поворот. Видите, идеально крутая. Значит, на чекпоинт. И что мы знаем? Что у нас там еще будет? Ну, прыгаем немножко дальше. Чаем, едем дальше. Особо не спеша. Повыше, и теперь будем проезжать вентилятор, да? Получается. Прыжки. Ну, как всегда. Ну, это
подъем этого ждал, так что давайте по нему могу к нему. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и всем пока.